Поэтому я вам сначала покажу фоточки, чтобы вы уже представляли, о чем мы будем говорить хотя бы примерно. Это вот эксперимент с пирамидой, там проводился. Там причем очень толстые листы железа, они обтянуты какими-то кожами для большей изоляции от внешнего мира, так скажем. И там ряд еще будет, ну, не все есть, наверное, на фотографиях. А это сделали вот эти 52-й перенос? Нет, это сам проект был, что они снимали фильм про Ландау, и он жил, соответственно, 52-й год взяли, и всех, вот если вы посмотрите, он одет под ту моду, там были все так, ну, он сейчас сам расскажет. То есть это была стилизация, у него было вот такие документы. Он там был специальный аутентичный городок построен. Соответственно, у него были такие документы, 52-й год. Соответственно, вот. А вспомнил, что я вам хотела газету. Он оттуда привез газету, тоже, ну, якобы 52-го года. Вроде как она просто отсканирована, ну, как бы напечатана, я так думаю, в современности, но со старого оттиска. А вот так его там гримировали, он там был советский ученый. Соответственно, они там все так ходили, это вся группа, которая занималась вот конкретно там, ну, даже не вся, но такая основная часть машины времени, лаборатория. Вот фрагмент, как он делает вот эту внутреннюю, по-моему, самая маленькая сфера. Внешние 4 метра, да, вы говорите? Да, внешние 4 метра. Это уже снимок, ну, как бы, вот он делает, а это в местной газете, ну, по стилизации 52-й год, соответственно, все ЧБшечка. А вот уже собрана маленькая сфера. А вот следующая, ну, то есть одна в одной уже лежит. Это фрагмент газеты. Опять же, я не знаю, насколько это есть, например, сейчас, ну, там, несколько лет уже популярна такая тема, когда на дни рождения, здравствуйте, заказываете, например, там, ваша бабушка родилась там в 20-м году, и вы заказываете ей подарок, берут из архива старую советскую газету, какой-нибудь труд 20-го года, и вставляют туда про вашу бабушку. Кусочек, это типа вот так прикольно. Вот у них по такому принципу, как я понимаю, сделано. То есть они брали советские газеты и вставляли туда вот какие-то свои вещи. И это фрагмент газеты «Труд», ну, как бы аутентичный 52-го года. Я вам ее сейчас покажу. Вадим ее привез. И там прям статьи про то, как дешевеют продукты 1 апреля и так далее. Ну, я вам сейчас ее принесу, забыла, она у меня в рюкзаке лежит. Как раз он оттуда ее привез. Можете полистать. Насколько она там действительно 52-го года, либо ее напечатали вот уже по клише. Это деньги, соответственно, он там будет рассказывать, что давали деньги для житья-бытия в этом городке. Не только давали всю одежду аутентичную 52-го года, но у них были прически, соответственно, там, если женщины, они должны были по моде 52-го года причесываться, давали деньги, опять же, советские. Это фрагмент, как выглядит городок этот внутри.
Это фрагмент, как его строят. Вот он на заводе «Динамо», на заводе, на стадионе «Динамо», да. А вот это внешние как бы стены в лесах, то есть это фото из интернета, когда вот его начали там возводить, как это вот выглядело сверху. То есть вот он, собственно, достаточно большой. Вот это тоже часть внутреннего помещения, ну, как бы внешние стены, так скажем, этого городка. Серп, молот и мозги. В общем, там, да, очень сюрреалистичные такие штуки. Там, на самом деле, нельзя ничего фотографировать, и поэтому все вот эти фотки, это сделано... Там, во-первых, нельзя проносить ничего с собой. Они там, извините, все до нижнего белья сдавали, получали казенное. Никаких мобильников, ничего нельзя было с собой. Но, соответственно, как бы, люди все равно проносят. Но это тоже из интернета фотка, поскольку там... И людей разных приглашали, и много очень массовки участвовало во всем этом. То есть, ну, так или иначе, фотки просачивались, но их достаточно немного. Именно вот внутреннего вот этого городка в момент, когда он работал. Какой-то фильм, в конце концов, возник все-таки в результате этого проекта, неизвестно? Это сложный вопрос. Потому что то, что я потом читала в прессе об этом фильме, что они хотели сделать... еще кучу всего-всего, хотели, я так поняла, что ли, по мечтам Ландау, там какую-то еще экспозицию выстроить там на крышах домов, что-то там перемещаться как-то по воздуху с крыши на крыши, и там что-то тоже снимать, какой-то там городок построить, там такой сюр и такие деньги, в общем... Ну, громадный проект. Громадный проект, и это... Слишком много, что нужно, ну, как бы, не нужно столько для фильма снять. То есть вам достаточно декорации, вам не... Конечно. А там именно было, чтобы люди вживались в образ. То есть даже, да, режиссеры, костюмеры, они говорят, что, ну, в интервью говорили, что, например, когда вы одеваете там одежду, там сапоги, там, 52-го года, всю как бы одежду, она вам непривычна, она вам неудобна, и вы спустя какое-то время начинаете себя как бы чувствовать, ну, то есть там какая-то обувь вам не позволяет ходить так, как вы привыкли. Ну, то есть, допустим, ну, это сравнить, если вот вы оденете кроссовки и шпильки, ну, мужики не сравнят, конечно, но женщины поймут, что и походка, и все будет другое. То есть это примерно такой же эффект, когда вы одеваете всю аутентичную одежду того времени, то постепенно-постепенно вы вживаетесь в образ. То есть, там было вот что-то такое на психологическом эксперименте построено. Чего там было больше, это вопрос очень интересный. Так они ее разрушали, соответственно, со светомузыкой, с каким-то фаер-шоу, просто вот бульдозерами все вот в пыль закатали. Это вот было в 2012 году. Так. Ну, вот тут читается вот этот вот городок, как бы вид сверху. И, соответственно, они куда-то переехали в другое место. Там они все, как бы, ну, все. Проект, то ли умер, то ли что, да. А на самом деле, как бы, все продолжается. Так, сейчас видео. Убеждался, что газета «Аномалия» есть наше все. И вот в качестве последнего, как бы, своего открытия я могу сказать, я 20 лет не брился, и вот теперь только 8. И вот только сейчас до меня дошло. А я не узнал, смотрю в глаза. Значит, вот по поводу путешествия во времени могу сказать, у меня немножко перемешалось тут представление о времени, потому что я приехал не только из Москвы на ваш замечательный юбилей, но и приехал из 1952 времени, это отдельный разговор, как я там оказался и почему я там был целое лето. Вот. Газета «Аномалия» в то время еще не было, сразу скажу. Девочки Татьяны Таньки Сырченко я там не видел, честно. Таня Рыбакова. Тем более. А, так я же не то искал, да, не догадался. Вот, и хочу сказать, что
дай бог, много чего, так сказать, изменилось с тех пор, я имею в виду, вот с 52 года или там за 20 лет последних, если всего-навсего брать. Я очень бы хотел, чтобы там где-нибудь в 2052 году, а что для нас, в общем-то, туда-сюда, плюс-минус, в общем, такие мелочи. Газета «Аномалия» вспоминалась не в прошедшем времени, а в настоящем времени. Потому что ну, в этом есть, наверное, ну хотя бы. Хотя бы потому есть на то основание. Вот, мне кажется, у нас вся жизнь аномальная, и страна аномальная, и мы, наверное, аномальные. И поэтому все шансы для такой газеты прожить аномально долго. Пришелец из 52 года в один и мы работали до 3 ночи, до 6 утра. Нормально. Изначально они вам сказали, вот, Ваня Александрович, приедьте, да, мы вам дадим, вы доставите. Да, я предоставил, да. Им понравилось, они вас сказали, приезжайте, документы. Никаких возражений. По плану работ никаких возражений. Теперь от вас городок под Харьковом под 52 год. С атмосферы 52 года. Заказ, мне нужно вот это, вот это. Вадим, там лето было. А, еще и бомба и деревяшки у них заказали, да? Все. Материалы все. Сборка только. Вот это и привлекает. Мое ноу-хау и сборка. Честно скажу, это самое вот трудоемкое. Потому что когда много рабочих, понимаешь? Кто у них деньги на все? Это кто вообще? Блин, ты опять мне поздно приехал. Мы что-то так медленно ехали. Немецко. То есть считается, что это капитал немецко-российское, там, какой-то... Коммерческий, короче, чей-то, да? Ну, конечно, чей-то. Никакого не государства, да? Это темный лес. Mm-hmm. То есть считается, что нашли добрых людей, которые выделили такие вот деньги. Ну там такие деньжищи, что я бы хотел посмотреть на этих вот добрых людей. Всего. Почему бы за чужой счет, mm-hmm. за казенный счет не попробовать? Все равно придется делать. Да, все равно придется. Но, не. Я хрен с ним, как бы сказать, решил, нет, я им не оставлю. И в конце концов, я сделал так, что, вот, что называется, на 99% все собрано, но 1% хрена с два вы из меня сделали. А-а-а. Вот этот 1% я оставил за собой. Вот многие из этих вещей я вот уже обкатал, и я знаю, если я начну сейчас вот где-то делать, я уже буду знать, как это делается. Вот до технологии. Они же не просят у вас эксклюзивное право, да, на сборку этой машины. Нет, этого, извините, это, так сказать, отдельно. Там пособирали, можете уйти, да. Дособирать в другом месте. Да. Ну, такую. Этого никто, так сказать, не оговаривал. То есть поэтому я ничего не должен. Нет. Ну и тем более нормально, что база хорошая для экспериментов, пожалуйста, еще и. Ну вот единственное, да, плохо то, что... Непонятно, для кого он будет патентовать, то есть, или он не имеет права. Знаешь, там одно время, там коллектив сменный, то есть одни ученые приезжают, другие уезжают, кого-то вообще арестовывают там... Вот так, там законы 52-го года, НКВД ночью, убили, 5 утра. Смотрят, убили этого. Вы смеетесь, там есть, тюрьма. Вот в этом городке есть... Все нормально там. Там НКВДшники патрулируют территорию с собакой. Там выйти нельзя просто так. Там стоит НКВДшник у входа и проверяет тебя, извини, вот что-то у тебя в карманах. Покажите, вытащите из кармана. Это не шуточки. Это, так сказать, очень серьезное дело. Проверим. Человек там, в общем-то, морды были изуродованы. Я, конечно, честно говорю, я этого не понимаю. Офигеннейшие динамики установлены по периметру. Вырубят музыку обычную, их слышно.
И они как бы не на одном уровне, а подвинемся. Подвинемся. Куда? Ну, еще всем давали советские зарплаты. Зарплату, да. Причем там зарплата хитрая. Советский. Не то, что вот тебе положено там 500 рублей в месяц. 52-го года. Такого нет. Вот у тебя кончились деньги, ты идешь в кассу и говоришь, дайте мне зарплату. Ты спрашиваешь, сколько тебе? Ты говоришь, ну, 150. Так, вот, варенье вишневое в чай. Ни разу не сказали там, ты что так много или что так мало. То есть настолько люди менялись. Причем так капитально, что я порой думал, вообще, что они играют. Причем играют человека не конкретно тебе. То есть, если я туда приезжал, я никого не играл. Я был там, как был Вадим Черноброк, так там и был Вадим Черноброк. Единственное, только пропуски дата стоит другая, ну, того времени. А имена, фамилии там, естественно, не меняются. Ну, то есть, иными словами, как бы ты там остаешься собой. Не то, что представлять. Они утверждали, что они ну, реально другие люди. Настолько реально, что вот мы просто вот поражались, что неужели ради чего он играет? Вот, мы же все понимаем, как бы вот, ну, что есть немножко игра, да? Что мы якобы в 52-м году. Ну да, мы как бы вот условились, это условия игры. Но не более. Ну как бы сказать, ну делаем свое дело, да? Но тут вот настолько человек реально вживался. Вот, ты что сказал про товарища Сталина? Да я тебе, блин, не хватало и номер набирает. Алло. А, кстати, вы смеетесь. Он брак. Там мужик выходит за НКВДшниками, говорит, идите сюда, блин, арестуйте это. Не поймут это что, правда, неправда. Вот, короче, вот такие хохмы там периодически случались. То есть, когда у людей сносило крышу, они начинали вот за какого-то другого человека жить, то есть другой жизнью. Потом они, когда так, на следующий день просыпались. Я что, там вместе с вами рядом бухаешь? Ну да. Ну там места-то достаточно немного. То есть это не огромный город, это городок. Они на улице? Где это слышите? Как они в Чапаева играют. Они не с вами за столом сидят, да? Ну, смотри, обычно это так происходило. Там до 2, до 3, до 4 утра мы работаем в лаборатории. От лаборатории до дома, ну, там, минута ходьбы. По улице, вот, да? Ну, да, по улице. Ну, там внутри городка. Да. Вот мы проходим по улице, заходим в свой дом. Двухэтажный дом такой. Там комнаты отдельные, там, туалет, ванна отдельно, отдельные спальни. А внизу кухня и столовая. Ну, как бы сказать, ну, как большой коммунальной квартире. И вот в общей столовой мы, как правило, там чай пьем, там завтрак. Не обнаружили там нигде скрытых камер? Там есть скрытые камеры. Это я еще не говорил. Там в каждой комнате, включая ванну, кстати говоря, только в туалете не было. Единственное место. Там есть зеркала. Значит, если выключить свет в комнате, то и очень хорошо присмотреться, то очень хорошо видно, что это зеркала односторонние. Угу. Что с той стороны там все прекрасно видно. То есть там комнатка. Там коридор, темный коридор. Да, НКВДшник ходит. Ну, там не видно, когда кто-то ходит, не видно. Реально тяжело, кто там ходит. И, в принципе, там можно подглядывать. Микрофончики стоят. Потом, так сказать, по секрету нам сказали, ну, не буду говорить, кто. В общем, наш хороший знакомый, с которым мы уже, так сказать, познакомились, ну, из обслуживающего персонала, он уже нам сказал, где стоит. Ну, мы и сами догадывались уже, что стоит. Микрофоны стоят везде вообще, включая туалет. Вот единственное, в туалете нет видеокамеры. Но видеокамера есть и в ванной. А как она выглядит? Нет, она... Нет. Она Не видеокамера, а зеркала, за которыми, зеркала. Может быть, и есть ну, видеокамера. Ну да, там все что угодно. Там все что угодно, да. Там можно и подглядывать. Там когда кто-то нашел ванну, мы навешивали это зеркало и делали все, что хотели. Так что, там, кстати говоря, в одних комнатах были круглые зеркала, но размер вот примерно с метр. А в других квадратных зеркалах. То есть, в принципе, там все под колпаком.
все под надзором большого брата. То есть все можно прослушивать. Иногда ученых одновременно там примерно там человек 10, не больше. Во всем городе? Да. Ну, городки, городки. Не, город не называй, чтобы было понятно. Человек 10. А что там, два барака? Ну, не, это бараками никак не назовешь. Это два домика, да? Сталинский. Там не домик. Слушай, короче, да, компьютер есть, а лучше фотки покажу. Да, конечно. Потому что бараки у вас, если я скажу слово бараки, вы не то подумаете. Вы не видите, где вы живете, не где работаете. Короче, давай так, покажу фотки. Всего лишь 10 человек живет. Не-не-не-не-не-не, я сказал ученых. Помимо ученых, еще есть обслуга, домработницы, дворники, водители, там слесаря, электрики, свинопас, там свиньи есть, есть ресторан, где мы кушаем, в ресторане есть повара, официантки и т.д. и т.п. Вот их человек 50, наверное. Ну и еще как бы за территорией обслуживающий персонал. Ну, а опять же, прямо в центре города, да? Ну не в самом центре, но и не на окраине. А дорожным так... забором, да? Большим? Да. Что там, въезд? Ну, на въезде там тоже охрана, соответственно. То есть охрана как бы вот внешне, ну, грубо говоря, вот склады там вокруг там. Мастерские, которые обслуживают это все. Угу. Это все снаружи. А колючая проволока есть на заборе? Ну, там наверху есть, там вышки есть, как гулаги, там все есть. Ну, как бы вот наверху, по самому периметру. А внутри там все нормально, там советская действительность, там люди счастливые ходят. Все. То есть название этого шарашка. Это лучше. Это цены соответствуют тому периоду. Крутая шарашка. То есть можно было поесть, ну, вот, так, полный обед, такой, да? Досыта, хорошая еда, здоровая, ну, на 5 рублей. Легко можно было. Это... Короче, там живете вы, да, группой? Сколько человек? И еще там эти слесаря, которые... Ой, эти, кто в Чапаево играет. Абсолютно, да. 10 человек нормально. Я только про ученых сказал 10 человек. Абсолютно еще там. Что значит все в курсе? А все в курсе ведь. И ученые тоже в курсе. Так они, наверное, в курсе, зачем там и где там камеры, и где там что творится. Где камеры, знают там считанное количество людей. Естественно, с них наверняка там какая-то подписка, я не знаю, там офигенная. Mm-hmm. То есть они никому не говорят. Это нам, так сказать, только потому, что ну, очень подружились там с одним челом. А так они не распространяются. То есть свинопас, например, он знать не знает. Ну, может, тоже не в курсе, его сказали, пофиг. Да, он получает там свои деньги советские, кушает на них и доволен, естественно. Как на встрече. Ну, фактически. Ну, советская. Арзамас 16 для элитных физиков. Ну, да. Вот это эскопировано. Это советский закрытый институт. Элитный, где там обслуживание по высокому разряду. Значит, вот для сравнения могу сказать. Вот ты заходишь в ресторан, ну, поскольку там немного народа, в ресторане всего 3 стола. Ну, за каждым столом, ну, условно говоря, 4 стула. Ну, если все придут, как раз все займут. Но редко кто приходит. Ну, то есть обычно там 1-2 человека. Ну, бывало, что мы все вместе приходили, но это редко. Там некоторые люди как бы сносило крышу и как бы, ну, надоело. Главный, так сказать, секрет этого проекта. Да, ради чего это делается. То есть официальная версия ради фильма. Они же не бегают там с камерой? Нет, там камера появлялась очень редко, и на фильм это мало похоже, потому что никто не просил там какой-то сценарий соблюдать. То есть вот как работали над проектом, так и работали. Не использовать бесплатный труд, получить какие-то ноу-хау. Знали вы, что там сделаете? Это, нет, может, не что-то не заработает или может еще быть. И нафиг им это надо. А ты знаешь, практически все, что они делали, практически все работало. Не, ну это хорошо. Так у них же отбор идет. Ну, во-первых, да, во-вторых, ну они контролируют и в процессе,
Если там был случай, один из ученых как бы очень долго не мог реализовать то, что хотел. Но он и не реализовал бы, честно говоря. И как бы, ну, они помучились. А потом просто в 5 утра пришли НКВДшники, его арестовали, и все. Больше его никто не видел. И больше его никто не видел. Понимаешь, вопрос решается просто. Это сейчас бы, я не знаю, там, суд подали бы там, я не знаю, какой-то процесс бы запустили, ну, по увольнению. А там это очень просто решилось. Раз, 5 утра. И тебя уже. А какие там музыки, просто вот эти марши. Советскую всякие. Музыку, да. Там второй концерт Шостаковича. Советские книги, советские газеты того времени в большом количестве. Ну, про книжки это отдельный вопрос. Сколько там я книжек нашел интересных. Это, короче, там как вот нужна вам запчасть, да? Так. А вы что там? Пишешь техзадание, чертеж. Да. И эту запчасть делают. Ну, если ты сам не можешь делать. Да. Они где-то заказывают. Да. Так и было. Вот единственное условие, чтобы она не выглядела как современная. То есть, чтобы она выглядела как старая, ну, 52-го года. Вот для примера могу сказать. Мы начали собирать установку, использовали шурупы крестообразные. И вдруг кому-то пришло в голову там какой-то гниди, которая сказала, что крестообразных шурупов в 52-м году не было. Значит, встал вопрос, что делать? А уже собрана установка. Значит, пришел человек и говорит, давайте ее разберем, значит, и соберем на другие болты, на другие шурупы, уже, как бы сказать, аутентичные. То есть где-то там специально заказали шурупы. То есть кто делал, сказали, вы что, как бы давным-давно все делают нормальные крестообразные, ну их удобнее гораздо. Ну, я не знаю, если кто-то съезжает, да, с плоских съезжает отвертка, ну или шуруповерт. Нет, нам нужны вот такие. Вот. Ну ладно, нужны хрен с вами за отдельные деньги, где-то им сделали такие. Короче говоря, сначала заставили пластилином залепить все эти шурупы, вот чтобы не было видно их головки. Угу. Ну, тут залепляешь, залепили. Значит, потом посмотрели, нет. Не канает. Где-то там, знаешь, если под лупой смотреть, где-то вот можно разглядеть, что они, оказывается, крестообразные. Ну и что? Лепи, лопатили, все нормально. Плоские. Вот так делается. Ну, там же явно загибы какие-то. Сталинские перегибы. Нет, понимаешь, вот что? Загибы-то загибы, но в этом плане, понимаешь... Наверняка там из современных материалов тоже ничего нельзя, да? Да, разумеется. Там пластик и... Ни о каком пластике даже и думать нельзя. Ну, потом через 10 лет... Ну, так я не знаю, что они хотят там, какие инновации... сделать, если там не будет современных материалов. Чем занимался? Ему, там? Во-первых, это не значит, что современные материалы совсем не используются. Это значит, что если они используются, нужно сделать так, чтобы их не было видно. Понимаешь? Это разные вещи. То есть, если ты там использовал ДСП, например, а ДСП, понятно, тогда не было. Покрой его чем-то другим, закрась, там, зашпаклю, пожалуйста, ради бога. Но видно это не должно быть. Непонятно. Поэтому пластик тоже, в принципе, можно, но, опять же, если он чем-то покрыт. Хотя бы мешковиной. Они говорили, только до 31 августа. У нас, типа, это работает только программа, только с мая по август, включительно. Ну, я как бы и планировал, честно говоря, если бы я знал, что это не так, я бы не поехал к ним в августе, потому что, ну, август это экспедиционное время, я бы поехал зимой. Вы месяцев там повыше, да? Больше, там почти 2 месяца. Вот, а потом оказалось, что они уже работают 2 года, просто без лишнего шума.
И 31 августа они никак не заканчивают. Они будут работать и работать и работать. И уже сейчас планы свертываются на конец года и на следующий. Это меньше 6 Гц, да? Или 8? Нет, это 11 Гц, там 12 Гц. Что же ниже 20 Гц? Ниже 20 Гц. Я сейчас машу рукой, да? 3 раза в секунду. Я издаю звук 3 Гц, да? Да. Ну, буду махать листом таким, да? Это будет инфразвук. Да, получается. И он очень пугает людей. Да? Ну, если ты будешь махать 11 раз в секунду, то да. Будешь реально пугать. Если ему не будет гармоник, будешь чистые синусоиды излучать, ты ее не услышишь абсолютно. Кораллы или... Ты не услышишь ее. Ты в виде ветерка и вибрации ощутишь это. А почему не боятся? Но ниже 20 это эффект не производит звук. Значит, у человека, как у любой конструкции, как у любого агрегата, есть огромное количество частот резонансных. То есть у каждого органа есть резонансная частота. И, соответственно, если там излучение вступает в резонанс с этим органом, то дальше этот орган низкочастотный. Альфа-ритм мозга 11 Гц. Да. Например, могу сказать, есть частота порядка 7 Гц. Но это большой камень. На которой у человека начинает входить в резонанс желудок и прямая кишка. И у человека получается спонтанное... то, что вы подумали. И, в общем, американцы как раз на основе этого сделали, секретное оружие, не смертельное оружие. И они его с успехом применяют. Если вот дойдет дело до этой башни, то да, поедем. А если... Да. Подумаем. Башня Тесла. 60 метров. Кто ее умеет строить такую большую? Один чел умел Тесла, и тот понял. Надо уметь, 20-этажный дом умеете построить? Не, на самом деле башни... Есть люди, которые строят водонапорные башни, да? Слушайте, на летающую тарелку можем построить? Чертежи давай. Нету давай. Нету. Нормально. Ты думаешь, кто-то сказал, не, это сложно. Не, давай смету. Не вопрос. Давай посчитаем. На карте. Разведенные стены, да? Да. 2 года. Два года назад примерно ее построили. А на карте его можно? На Гугле есть. Не просто забор там строить. Не. С другой стороны. То же самое двор, просто чтобы представляли, какая там архитектура. Угу. Значит, вот предыдущий, тот конец, та сторона, которая на предыдущем снимке, это, так сказать, в одну сторону, это в другую. Вот это вот дом, где мы жили, колючая проволока, он, видите, там, вы эти самые, вот динамики, это фонарики, фонари. Это динамики, через которые идет, мы говорили, они должны быть большими. Вы представляете, какой это величины охрененной. Вот это вот задекорированные динамики. Самих динамиков, конечно, не видно, но вот эти вот соски, мы их называли, они большие, они метра 3 как минимум в диаметре. На улице видно, что за ними целая комната стоит. Там у него список есть по фамилии пирамидой. Значит, пирамида достаточно интересная. Многие слышали. Установка Шаубергера. Но мало кто видел вообще эту установку в действии. Я могу сказать, что она такая мощная штука. Катушка Тесла. Такой сначала эскизный проект я предлагал «Машиной времени», который был примерно, сейчас скажу, максимально 3 метра. Поскольку опыта изготовления больших сфер у нас не было, а сделать сферу диаметром 4,5 метра очень сложно. А время у нас было ограничено, то есть изначально мы были поставлены вот... Собственно, такой ролик про катушку Тесла, то, что там Вадим говорил. Там был проект у них построить 60-метровую катушку Тесла. А Вадим говорил, что у этой катушки Тесла, в принципе, катушка Тесла,
сейчас я уже сейчас не очень помню, в общем, она, насколько она возвышается над поверхностью, настолько она и вниз уходит. То есть это огромная установка, которую надо запитывать огромным количеством энергии, и ее нельзя сделать в, ну, где-то там, недалеко от города, недалеко от электростанции, потому что она будет фонить просто жутко. Ее надо делать где-то там в глухой тайге какой-нибудь. А чтобы это сделать в глухой тайге, значит, там надо построить какую-то запитывающую электростанцию или что-то подобное. То есть это безумные деньги. И, ну, вот и то же самое, что он про Эвлоу говорил, что когда он понял, что там просто такие безумные деньги, непонятно, кто за этим стоит, и что вообще, вот для чего они собрали эту когорту ученых, куда потом пойдут эти все вот наработки, ну, как бы после вот, ну, ему надо было, конечно, еще там по здоровью возвращаться, но, в общем, когда он так стал понимать, что там вот, ну, не просто там, как бы они дают там только на машину времени, это какое-то ограниченное финансирование, что это, в принципе, безграничное финансирование. Любые вот самые безумные идеи они готовы спонсировать. Давай проект более-менее такой, ну, наукоемкий, так скажем, а не совсем уж безумный, и тебе будет даваться финансирование. Опять же, непонятно, кто, зачем и куда это потом идет, ну и там, так бочком-бочком он оттуда как бы отошел от этих работ. Ну, то есть он второй раз, он уже туда не ездил. Это съемочная компания, да, финансовая? Ну, это какие-то олигархи финансировали, какие, это все, в общем, для достаточно. Для платы фирмы хорошо. Для платы фирмы государственной. Для усмирения очень хорошо. Ну, в общем, там, видимо, был какой-то... Ну, сложно, на самом деле, говорить об этом, все догадки, но какой-то ряд экспериментов был. Помимо вот научных экспериментов, там были какие-то психологические эксперименты явно над людьми, плюс, видимо, еще какие-то эксперименты, потому что они и открыто там проводили вот эти съемки, когда там они улицы перекрывали, стилизовали их под 52-й год, и, соответственно, там массовка была, и... Про это есть в интернете, еще сейчас даже можно найти какие-то данные, если вы там забьете. Этот проект «Дау» он назывался. Ну, про ученого Ландау снимали фильм, ну, якобы такое, основная версия такая. А там Ландау, ну, близкие называли «Дау», как сокращенно, ну, как такое, ласковое. Ну, и вот такой проект назывался. Я что-то... Ну, про Ландау фильмы выходили, но вот, вот в такой вот версии, как они снимали, я не видела, чтобы он вышел. И учитывая, что его там снимали с 2008 года, как бы, и минимум до 2009, до 2012, вот то, что мы вот за этим городком следили, в разных, причем и в России, и на Украине, в общем, дело ясное, что дело темное. Потом они куда-то переехали, но вряд ли они как бы свои эксперименты свернули. Нет, потому что, опять же, кто за этим стоит, что за этим стоит. Ну, понятно, что Вадим еще при жизни как бы не хотел, он все-таки намеревался, может быть, там либо поучаствовать, либо навести какие-то сведения про... этих деятелей. Что интересно, вроде как такие деньги, а у фильма даже сайта нет. То есть... Это Маск. Ну, то есть... Да, но даже как вот как Маска, у нее даже нет сайта. То есть это вот настолько какие-то такие единичные мне удалось найти. Вот, ну, и там Вадиму, ну, в общем, как бы искали, сверяли, как бы думали, но поскольку это уж очень был очень сюрреалистичный проект. Изначально его приглашали просто вот как... такой научный центр, где вот будете заниматься там машиной времени, плюс, ну, вы там и разные ученые из разных стран там над своими проектами работают. Постепенно-постепенно. Он туда сначала как бы в гости съездил, уже как бы немножко удивился, когда там и переодеваться заставляли, и все. Ну, то есть там все от... Значит, все от одежды до еды, там все
ну, консервы, вся еда, вот все было с этикетками советских времен. Там, я не знаю, это аутентично, в машине времени привозили, или они просто переклеивали этикетки, но вот да, вот до таких мелочей с этими шурупами непонятно, для чего это было сделано, потому что они что, собирались там где-то реально в 52-й год вести? То есть явно для фильма это не нужно. И вот для чего вот такие заморочки... Достаточно... Вы спрашиваете, что здесь на 52-й год? Вот там выводов очень много. Там сами автор, ну как режиссер Илья Хражановский, и плюс там еще там его команда, они сами по себе достаточно эпатажные такие. То есть у них, в принципе, ну, то есть я вполне допускаю, что у творческой личности могут быть какие-то такие, да, свои перегибы какие-то. И вот, то есть тут очень многоплановая такая вещь, непонятно, на что ее списать. Это реально какой-то конспирологический проект, либо это, может быть, где-то перегибы, а где-то проект. Вот, то есть там очень много всего намешано. И, ну, как бы, как мог Вадим за ними стараться, как бы, следить, что у них происходит. Но, как бы, за ними-то особо не уследишь. Вот если немножко как-то фантазировать, а дальше включить, интересно, может, это как проверка была, почему настолько все было идеально сделано под эти годы, как человек себя будет вести в данную, попал в данную ситуацию. Как вот космонавтов готовят к экспедиции на Марс, да? То есть их забирают в какую-то капсулу. Предпринимались. Просто было им очень интересно, как человек ведет себя действительно в данной ситуации. Ну да, они даже в интервью не скрывали, что они вот пытаются добиться того, чтобы люди вживались в образ там своих отцов, дедов. Остальных данных участников. Ну, у меня нету, поскольку у Вадима были там контакты, он с некоторыми там из других стран даже там переписывался, которые вот, уезжали какое-то время. Но просто мне там на тот момент как-то ни к чему было спрашивать, там, контакты какие-то мне там были. Поскольку люди, ну, как ученые, но они такие, может быть, известные в узких кругах, поскольку они занимаются вот, такими темами необщепризнанными. Они как бы не имеют такой уж прям большой популярности, какой-то известности, поэтому там, ну, Вадим рассказывал, но я, честно говоря, и так даже на скидку что-то я не вспомню, там были вообще, может быть, там где-то и сохранились какие-то имена, может быть, у него в, ну, в картотеке там что-то осталось. Ну, так я даже не знаю. Ну, и на самом деле все люди, которые там, эти все приглашенные ученые, они тоже в таком состоянии, что они не понимают, что это, зачем это. По-моему, есть даже какие-то такие ляпки, типа, чата, которые неправильно печатали, я еще не помню сейчас. Ну, а вот там вот прям, вот, да, стилизованная, 52-й год, все дела. Смотрите, а вот в книге Вадима еще упоминалась газета, найденная где-то вот в аномальной зоне на Медведицкой гряде, якобы там тоже другого времени, если не ошибаюсь. То... Я не помню вот, сейчас, честно говоря. Не та ли это самая газета? Ну, эту конкретно он из Харькова привез. То есть он мне в Харькове ее отдал. Скажем так, я просто туда приезжал, и он выходил, да. Был такой сюжет, что вот он идет по аномальной зоне, находит газету, как бы свежую, но вот на ней и сама газета, то есть из другого времени. Что-то я такого не помню. Не помню. Да, вот что-то прям ну, вообще. Вот было так. Я помню, Вадим рассказывал, как он находил периодически в разные годы книги, посвященные либо там машине времени, либо как-то связанные со временем. То есть название было именно время. И обычно говорит, это было, когда куда-то еду, либо в экспедицию какую-то сложную. Ну, то есть какие-то такие знаковые моменты, и вдруг там то в электричке найду, то говорит в тайге там. Необычных местах, где бы книгу как бы... Когда он служил в армии, ну как, в электричке это вроде как обычно, может кто-то забыл. Ну да, человек забыл книгу. Ну вот он вошел именно в этот вагон, где лежала именно вот книга про время. Ну то есть... Понятно, в армии. А в армии, по-моему, про машину времени там была книга. Вот он, может быть, даже есть запись у меня, как он рассказал, что он патрулировал, что ли,
и нашел вот лежащую на земле эту книгу. Ну, собственно, к нему пришел его Гудачев, собственно. Ну да, и у него, может быть, даже это в альбоме у него ВКонтакте есть, он с книгой и описание вот этой вот истории. Там книга не та, но вот описание, как он нашел эту книгу, вот что это такое там. Про газету я, честно говоря, первый раз. Ну, вроде я читала книжку, но, блин, да, надо поискать. Ну ладно, я так просто сразу, да, ссылку не могу дать, как точно. Запомнился сюжет такой. Автор неизвестный, да, этих книг? Нет, а там разные авторы. Почему книги у нас в музее, часть из них стоит там посвященной времени, ну, то есть то, что Вадим и покупал, и даже вот там литература такая, ну, как художественная. Это больше как знаки. Ну, вот, да, 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 он расставил вот как да, знаки. Знаки уж кто-то, да. А вот, ну, я могу еще там показать небольшой ролик с Новокубанска, но он прикольный, там середину не буду вам показывать, там прикольный началом и концом, собственно. В конце там день рождения Вадима, а в начале Макс на утро рассказывает, как ему было страшно, когда... Ночью Вадим рассказывает любые истории всякие страшные у костра. И вплоть до того, что некоторым участникам было страшно идти к палатке. Ну, новички когда приезжали. Но Вадим все время рассказывает не то, что он на кого-то впечатление хочет произвести, но иногда, когда ребята первый раз приезжали, и темно, там человек какой-нибудь выйдет, кричит, когда люди там никогда этого не слышали, и их уже как бы это напрягает. И когда Вадим начинает рассказывать страшные истории, а там про русалок, допустим, то людей это пугает как бы еще больше. А встречал ли ты, откуда ты исследовал? А про русалок, он, ну, у меня есть аудиозапись, в принципе, я могу ее поставить, но она длинненькая достаточно. Ее записали, он встречал, но он об этом категорически запрещал делать записи, когда он рассказывал, потому что... Он говорит, ну, как бы, это, в общем, не так поймут, это я вам могу рассказать, вот у костра, ну, и... Что-то вот, же интересное, это тоже исследование, можно сказать. Ну, да, но я вам могу поставить запись, то есть эта девочка сделала, Кристина, ну, то есть он сказал, ничего не записывать, ну, да, но кто-то один всегда найдется, который запишет. Тут уж, как говорится, с одной стороны, вроде как... А с другой стороны, у нас зато есть запись. Ну, вот, да, что можно. Ну, вот. И поэтому, конечно... Это интересно, он здесь исследовал. Ну, там история, как он просто с этим столкнулся. Он, как бы, может быть, и ехал исследовать, но вот как бы самому столкнуться и стать чуть ли не объектом, он как бы не ожидал. Вот. Нет, просто, например, я в интернете находил какие-то отдельные отголоски, там описания, которые особенно в 19 веке у колдунов про, допустим, свадьбу леших, например. То есть это что-то из серии, что очень давно, очень не 100% информация, что называется. И тут я где-то в интернете случайно наткнулся на видеоролик, где рассказывает мужик, не помню, кстати, на Космопоиске или нет, мужик рассказывает про встречу со снежным человеком, начинает. И потом его корреспондент спрашивает, а что ты еще можете рассказать такого? Говорит, а говорит, вот и рассказывает про случай про трех охотников. Три охотника рассказали, как судя стали не как потушителями, а почти потерпевшими от свадьбы режима. То есть пришел, они сидят на поляне где-то в тайге, на Урале. Вот, к ним уходит мужичок, старичок. Говорит, типа, ребятки, вы ушли отсюда, тут сейчас свадьба пройдет. Говорит, да вы где-то идете, какая свадьба, лес кругом. И говорит, раз, говорит, слушай, через какое-то время, и капает человек, и говорит, как бы ты трансметал и все. Вот. И это говорит живой человек, которому сказали три охотника, собственно. То есть вот эти вещи на самом деле тоже очень интересны, не только летающие тарелки. Но... Ну да, не, ну Вадим этим тоже занимался, криптобиология, или там криптозоология, там, где есть снежный человек, и русалки, то есть он как бы тоже собирал все эти легенды. Кстати, и... Да, да. И у нас в музее, в принципе, стоят Андрей, ну, сын Вадима, привез часть библиотеки Вадима в музей. То есть у него есть и на русском языке сборники разных авторов вот, по темам, которыми он занимался там, и от русалок там до НЛО.
и зарубежные такие большие фолианты на английском там, языке с тоже с описанием этого всего парка Джаура. То есть он как бы очень этим подходил, как бы ну, очень плотно к этому, очень вдумчиво и углубленно. То есть он не что-то там по верхам там ограничивался какими-то телебайками. То есть он старался, если. А вот такая история была там, да, когда там три мужчина пересказывал то, что ему пересказали там другие люди. То есть Вадим по возможности старался докопаться именно до самих этих очевидцев, с их слов сделать зарисовки, поскольку он сам ну, рисовал, и он тогда делал зарисовки там Лои, либо там тех же кыштымских карликов. Кстати, говорите, рисовок, это было очень интересно, поскольку ну, я посмотрю, как они официально не видел, чтобы это было изучалось. Ну, просто как бы не особо афишировалось, а потом это же не... Ну, это еще более такой объект, тяжело поддающийся изучению, чем даже, наверное, летающая тарелка, поскольку... Но в то же время у Вадима там есть даты, которые вот он как-то считает, что эти даты, так называемая русалочья ночь, и в июне. Вот это вот интересно. Да. Есть вот место в Ростове конкретно, вот этот случай был про Ростов. Ростов в Ростовске или на Дону, с этими русалками. Вот. Ну, в принципе, могу поставить, но там аудио, там, по-моему, на час или... Ну, начали, извините, я вас перебил, вы хотели... А, да. Я хотела показать, собственно, то, что Макс рассказывал после этого рассказа на утро, он был очень рад, что он дождался утра, и, соответственно, там просто буквально несколько минут, как он так возбужденно рассказывает о том, что было. Первоначально Вадим рассказывал эту историю про русалок, после чего Макс сказал, что теперь ему страшно идти до палатки. Мы ему сказали: «Макс, ну ты не бойся, Вадим знает еще истории, чтобы тебе и в палатке было страшно». И Вадим ему, да, с Медведицкой гряды рассказал историю про полтергейст, когда люди видели в своей палатке, как чьи-то руки тащат их там сквозь палатку, за ноги хватают и пытаются вытащить с той стороны палатки, где нет входа. И поскольку Вадим все очень красочно рассказывает, это ночью под выпи, это, в общем, пробирает. И реально, да, иногда людям становится страшно. Там же такая длинная посадка, достаточно узкая. И некоторые близко у костра поставились, ну, кому места хватило, кто-то дальше-дальше. И, соответственно, им дальше-дальше туда идти, им уже стремновато, некоторые так у костра и оставались. Сейчас я найду какой-то ролик. Такой лежишь ночью в палатке один, а темнеет там 8 вечера. Такой лежишь... Шакалы начинают выть. И ты ждешь третьих петухов. Мел надо было взять. Мел по-любому. А потом, когда уже хорошо, что в лагере были люди. Потому что мы стоим ночью, и выходит просто из ночи женщина вся в белом, и у нее белые волосы. Если бы я увидел ее ночью, мне этот товарищ рассказывал про утопленника. Он говорит, что утопленники выходят на берег. И вот им, прикинь, смешно, да? Что значит, не побывали в реальности? Я просто представил, я радуюсь, что я не буду его делать. Ты шучу. По свету
Им вроде немного надо. Была бы прочна палатка, и был бы не скучен путь. Но с дымом сливается песня, ребята отводят взгляды, и шепчет во сне бродяга кому-то. Пусть бегут неуклюжие пешеходы по лужам, а вода по асфальту рекой. И неясно прохожим в этот день непогожий, почему я веселый такой. Ах, я играю на гармошке у прохожих на виду, к сожалению. День рождения только раз в году. Прилетит вдруг волшебник в голубом вертолете и бесплатно покажет кино. С днем рождения поздравит и, наверное, оставит мне в подарок 500 эскимо. Ах, я играю на гармошке у прохожих на виду, к сожалению, день рождения только раз в году. К сожалению, день рождения только раз в году. Ура! О бог Орфей, настройте лиры, опять звезда родится миру. Звенит высокий камертон, с небесных сфер нисходит звон. Какой прекрасный день рождения, мы слышим музыку творения. Хоть все мы звезд, родные дети, ты лучшее, что есть на свете. Ура, да. Ты всеми познанный объект, честь, планетарный интеллект. Несешь космическую ночь и звезд ответную любовь. Мы только искренне любим тебя. Я просто не знаю, может быть, тогда в музее или здесь. Я там сейчас с ноутбука тогда запущу. Ну, а пока машина времени самая первая вот там стоит, мы можем туда подойти, да. Ее можно потрогать, снять, сфоткаться. Ну, да, конечно. Соответственно, да? Ну, проходите еще, да? То есть это первая установка Вадима, которую он сам делал. У нее она видится вот из-под Е-маше, ну, частично, и там дальше проводка. А она уже очень старенькая. Она тут даже у нас. Вот. Это какой-то 90 какой-то. 80, в общем, начало 90-х где-то годов, она полностью не открывается, в принципе, она раньше открывалась полностью, ну, так, что туда можно было положить что-нибудь. Конкретно был контейнер, вы можете заглянуть. Да, вот, туда кладется контейнер, либо вот в эту конструкцию, либо какой-то бокс с часами, либо там у него были мыши, тараканы, и он на них тоже проводил эксперименты, переживут ли они все воздействия. Вот, это такая самая первая сохранившаяся. Есть еще несколько вариантов, они в музее не представлены. И, здравствуйте, вот там на вершине стоит, я тоже могу ее снять. Это, ну, крайняя. Ну, это не совсем крайняя, это тоже одна из первых. Одна из первых, просто мы ее модернизировали и пытались проводить с ней эксперименты, запитывая ее от молнии. А то есть свет от чего запитывалось? От аккумулятора, от розетки, от, ну, от
помню, насколько я знаю, нет. А эту неоднократно пытались и сделали ей дополнительные обмотки. И там еще есть такая часть, которая выполняет роль нагрузки. Ну, когда мы ждали безуспешно молнию в Новокубанске, а молнии все не было, грозы не было. Поэтому мы сделали такую нагрузку, ну и там в розетку и в аккумулятор запитывали, ну, чтобы она не перегревалась. Там внутри лампочки, которые играли собственную роль нагрузки. Ну, а это тоже такой типа корпус. Угу. Ну да, идея вот та самая. Да, да, идея. Они соединялись, то есть их можно сейчас соединить, просто мы на медведь сейчас ее тоже возим, в надежде все-таки запитать от молнии. Вот. Поэтому нам эта нагрузка не очень нужна, поэтому открепили и пока не соединили. Тут тоже есть контейнер, можно покрутить его, он там вращается. И туда, соответственно, да, для часов отверстия. Вот была статья в журнале «Новая энергетика». Да. Это вот про этот образец. Да? Нет, там нет, немножко другая. Другой. Они, по-моему, сгорели. Их я ни разу не видела. По-моему, они, в общем, какой-то эксперимент очередной не пережили. Угу. Вот. Там немножко другие. Их всего, наверное, штук 8 было. Одна, вот если вы там посмотрите на фотографии, ну, как представлены, она на Медведской гряде, вот на Это бетонная машина времени. А она сейчас жива? У нее внутри каркас. Да, она жива с оговоркой, что у нее проводка вплавлена в сам каркас. Ну, вот этот бетонный, не сам бетонный, не знаю. И, соответственно, со временем, поскольку она уже 50 лет пережила, что-то там не прозванивается. Мы на нее сейчас, мы не используем внутреннюю работу, мы делаем внешнюю. Внутренняя лучше тем, что она была по всему корпусу и под землей тоже. Внешнюю да, мы, даже под землю, ну да, то есть он ее уже делал как бы с обмоткой и постепенно там. Было интересно. Очень много народу, кто ревозили, ну, как грузовичками цемент, все это месили, там в течение нескольких месяцев делали установку. Зато не ремонтопригодная оказалась, да? Ну, да, но она была такая прочная, антивандальная, несколько лет она работала. У нее внутри еще один корпус, ну, маленький, куда, собственно, человек садился. Сначала на собаках испытывал, сначала хотели на кошках. Говорится, все испытывать надо на кошках. Но была кошка одна, и она была, как все кошки, во всех экспериментах, там, в том числе и в космонавтике. Она, как только прицел эксперимент, она убегала. Ее не могли найти. Она выходила строго, когда все, уже ее переставали искать, она выходила. Когда уже... И поэтому так получилось, что пришел в лагерь щенок, ну, откуда-то из окрестных полей. Он и попал. Да, да, он и попал. Он был доверчивый, он ничего не ждал. Он радостно бежал, когда его звали, будь то поесть, будь то в машину времени. А вот он был первым испытателем этой машины времени. Потом на людях тоже ее испытывали. Вот. Но, к слову сказать, искажения достаточно небольшие. Но удавалось получить секунды и в какой-то... Раз Вадиму даже часы удавалось получить, когда он за ночь получил сколько-то часов разницы. Но проблема вся в том, что не получается этот эксперимент. Даже вот на одной установке, казалось бы, мы с ним ничего не делаем. Мы проводим один раз, получаем секунды. Проводим второй раз, не получаем ничего. Ну, понятно, что когда мы там от молнии запитываем, то там могут быть, конечно... Есть зависимость. Чем выше напряжение, соответственно, чем выше мы подаем мощность, тем больше замедление времени. Вот. Но молнии не замеришь, с какой она мощностью бьет. Поэтому у нас пока вот все крутится на том, чтобы уловить вот эту вот
Были разные версии, у нас там и сейчас еще наши ребята с другими установками, ну, конкретно там с одной, такая более, ну, квадратная из таких вот пяти граней, ну, все равно не круглая она, как бы. Ну, я вам покажу на видео, она похожа на ту, только маленькая. Интересно. Вот, с ней проводят эксперименты, и вплоть до того, что говорят, что не надо ее двигать. Ну, то есть, если термин вок, если что-то поменялось, уже будет другой звук. То есть эксперименты продолжаются, вот что главное, да? Эксперименты продолжаются, да. Но пока. Ну, как-то так вот, всегда. Вот. Да, да, так всегда. Как Вадим говорил уже вот, в последние годы, он говорил, что ну, он это еще на примере НЛО понял, когда вот, крушение НЛО было в 80-х. Высота. Да, 611, да, 86-й год. И он тогда удалось найти куски, когда их отдавали в разные лаборатории, пришли данные из лабораторий. Там тоже много интересного, но лучше как бы я вам дам фрагмент послушать, ссылку на. Он это более грамотно объяснит, чем я, суть. В двух словах в том, что на тот момент они даже не могли понять, как это сделано. А сейчас, то есть Вадим говорит, мы уже знаем это слово, нанотехнологии. То есть там было нечто сделано по нанотехнологии. Да, ну я это читал, наверное. Да, оно было в весь корпус, как бы, вот не такие соленоиды, они были как бы... Ну, в эту структуру. Да, плавно размазаны по всему корпусу. Соответственно, это позволяет получить... Да, пожалуйста. получить больший эффект. Соответственно, Вадим все свои летательные аппараты, которые вот он конструировал, и там диссертацию, по которой защищал, он строил на этом принципе. У него была вот этот движитель, это была сама поверхность, и электромагнитная поверхность самого звездолета, то есть являлась, ну, как бы движителем этого звездолета. И он считал, что НЛО тоже на этой, по этому принципу как бы работает, что у них нет там какого-то двигателя внутристоящего. Ну, а соответственно, поскольку ни денег, ни доступа к лабораториям, которые по нанотехнологии могла бы собрать нам корпус, не было, мы вот были в некотором простое и пытались экспериментировать на том, на чем могли. И там, в том числе, Вадим из справки наводил, что там в той же Америке занимаются машиной времени. То есть это все как бы для всех, ну и теми же НЛО подобными технологиями, то есть для всех делается такое, что вы сумасшедшие, мол. Ну, да. А на самом деле, кто понимает, тот понимает. Ну, вот. Ну, можем перейти, наверное, к уфологии плавно так. Наспиртованных пришельцев у нас нет, к сожалению. Да, есть это макет эстонского карлика, но он не распиртованный, засушенный был по факту, так скажем. И поэтому его копию тоже изготовили засушенным в таком виде. У нас там есть типа заспиртованный макет, но это все только макеты. Но они близки все-таки, да, вот так? Да, но они близки. Ну, то есть вот это вы делали по там секретным материалам, по-моему, конкретно, по голливудским каким-то клише. Карлика делали по вот реальному случаю Каштинского карлика. Вот этот макет Вадим делал, этот тоже делал Вадим для фильма по, как бы, по описаниям очевидца. А это вот 3D нам работает. То есть это уже умельцы какие-то делают. И вот прям так стилизуют, ну прям как сувенирная продукция. Там есть с другой стороны, вы обойдете маленькую фигурку каштынского карлика, это уже каштынцы сами делают из металла, покупают его так, ну, металлочек. Он такой у них задорный мальчиш. По поводу уфологии у нас в основном представлены. Уфология в разделе, ну вот либо таких макетов, но по большей части вот за вашей спиной на столбе карты, это зафиксированные за много лет траектории пролетов НЛО. И у Вадима есть ролик на эту тему. Эти карты сменяются,
автоматически, и видно, как меняются траектории. То есть красным – это сами объекты. Где были замечены, да? Да, а желтым – это ареалы их распространения. Если вы посмотрите на некоторых картах, видно, что за разный период ареалы немножко по-разному располагались. То есть какая-то есть система в этом, но пока нам ее не удалось спрогнозировать. У нас есть сайт по сети, который занимается не только сбором статистики. Вот туда люди могут написать, что человек увидел НЛО, заходит на сайт, пишет туда сообщение. Да. Соответственно, изначально проект был задуман как проект по оперативному отслеживанию НЛО. То есть человек написал сообщение, модератор видит, что сообщение стоит обратить на него внимание, он делает рассылку всем группам космопоиска, находящимся в данном регионе, откуда пришло сообщение о том, что в вашем районе НЛО, выйдите, пожалуйста, хотя бы выгляните и отпишитесь, видите вы данное НЛО. Там смс-рассылки были через различные мессенджеры, там он уже лет, наверное, 15, наверное, существует. Различные были рассылки. В ряде случаев, вот там, где описаны такие длинные синие территории на картах, это удалось отследить. Но, один и тот же объект, да, ну, предположительно, мы не можем. Похожий, да, 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 очень похожий по описаниям. Видели, то есть, грубо говоря, что да, я наблюдаю, там летит на север. Соответственно, оповещаются те группы, которые на севере. И, если кто-то из них видит, то продолжается так его проводка. Это было вот на некотором этапе. Сейчас пока она в фазе сбора только информации, поскольку в основном это все Вадим делал. Ну, не только он, но в основном он это все контролировал, отслеживал и давал вот эти указания, что, где, как. Потому что это надо делать быстро, оперативно понять, что это именно наш объект летит, а не самолет. То есть важна оперативность. Пока система работает опять в сборе информации, поскольку нет того двигателя, который будет оперативно это все делать. Ну и опять же, тут, если не приходят оперативные сообщения, то мы не можем их. Сообщение, много сообщений приходит задним числом. Там, вот, я когда-то видел, а сейчас вот узнал про космопоиск и хочу вам вот рассказать. То есть тоже такое бывает. А в идеале Вадим рассматривал эту систему, что она будет прогнозировать появление. То есть предполагалось сделать динамичные карты с автоматическим вот этим. Вот эти все карты, которые сейчас он делал руками. То есть он наносил точки, он их сравнивал между собой, предполагалось, что это будет делать система. То есть, допустим, вы говорите, все НЛО треугольной формы там, с коэффициентом там, больше 4, покажи мне на карте там, за такой-то период. И она будет это все выдавать на экран, и еще бы желательно, чтобы она и обсчитывала эти алгоритмы все сама. Ну, опять же, это тоже стоит и денег, и времени. О, привет. Тут нужен еще грамотный специалист, то есть нам ребята, программисты пробовали делать, там не подходит готовое решение, потому что у нас очень специфичная тема. Нам нужна разработка под нас сделанная, и с этим тоже проблема. То есть, ну, как бы у нас есть сейчас, Макс ведет этот сайт, но опять же, там он пишет на своем коде, ему одному известно. Программистов тоже, как оказалось, там один с этим кодом работает, другой не работает. В общем, есть, да, свои как бы сложности в этом. И пока мы в рабочем режиме. То есть пока вот эту автоматизированную систему, о которой Вадим мечтал, мне удалось ее наладить, именно чтобы она вот так работала. То есть какие-то периоды она лучше работает, какие-то она простаживается, опять же, значит, от наличие времени у энтузиастов в том числе. Но вот, в принципе, уфология у нас вся в картах, и тут еще куча скрученных карт по различным темам, где тоже Вадим отмечал либо аномальные явления, либо
пролеты НЛО тех же самых. Что у нас еще? Еще у нас есть отдельное направление по уфологии, это про Луну. И там висит, ну, как небольшая в рамочке, там нанесены все когда-либо наблюдавшиеся аномалии на Луне. Она вот рядом с нашим временем. Вижу. Тоже с трассами пролета НЛО, с различными вспышками. И это как бы тоже отдельная тема наших интересов. В теме была программа «Лунный патруль». Ну, она сейчас тоже есть, но она опять же без двигателя, в некотором таком спящем состоянии. То есть Вадим рассчитывал положительное время, когда, возможно, велика вероятность вот этих лунных аномалий, и устраивал наблюдение за Луной из различных регионов там в России, ну, мира, если удавалось наши группы зарубежные привлечь. Для чего это было сделано? Чтобы с разной точки в одно и то же время люди наблюдали. А если они видят какой-то один и тот же объект, когда они видят с разных точек, по вот этому берут, собственно, два азимута, и можно понять, этот объект находится действительно на Луне, в космосе, или где-то перед там, телескопом, где-то вот в атмосфере Земли, и это вообще никакого отношения к Луне не имеет. Просто на ее фоне что-то там промелькнуло. В ряде случаев удалось зафиксировать объекты, которые вот именно с двух разных точек, что они находятся, ну, по крайней мере, не в земной атмосфере. Соответственно, это тоже такой уфологический проект. Пытаемся мы его как бы реанимировать, но пока с этим сложностью. Он в таком спящем состоянии. Ну, то есть какие-то любители наблюдают за Луной, присылают свои данные, то есть синхронных пока не проводится. Опять же, если будет у кого-то желание поучаствовать и заняться, есть еще такой момент, что людей надо несколько так поддвигнуть на какую-то совместную работу, как-то скоординировать. Вот. Если там среди вас, там, тех, кто там будет смотреть видео, найдутся такие желающие, то мы милости просим. Потому что как бы, нас на все не хватает. А что для этого нужно? Телескоп, это понятно. Ну, можно даже бинокль. Для этого нужно основное – это желание и свободное время. Ну, желательно еще, если бы вы, например, у вас была бы какая-то гипотеза, когда они должны появляться и в какие периоды их проводить. Но нужно хотя бы координировать людей из разных групп, чтобы они в одно и то же время, допустим, у нас проходит экспедиционный сезон, многие группы в полях проводят, то есть там уже как бы наблюдают. Если бы к ним удалось подсоединить, например, людей там из городов или тем, которые могут выехать за город, где лучшая видимость, и провести какие-то совместные наблюдения, то тут в основном координационная работа и найти вот добровольцев, которые в это время будут свободны, в это время будут хорошие условия, соответственно, можно понаблюдать. И опять же, не факт, что именно в это время там, оно там и появится.